Добрый день, уважаемые виноградари, подписчики моего канала. Сегодня по просьбе подписчиков попросили, как обрезать виноград, когда не сильно вызрела лоза. Вот на примере молодого кустика мы сейчас посмотрим, как это быстро можно и более-менее правильно сделать. Так как лозы в этом году немного вызревшие, мы будем обрезать в основном на рожки. Ну вот посмотрим. Вот смотрите, вот идет основной наш там. И вот пошла одна хорошая лоза. Вы видите, вот одна. Вот, ее мы оставим, потому что она более-менее вызрела. Сейчас покажу. Оставим больше. Значит, ненужное сразу уберем, то, что нам не нужно. Старое убираем. А остальное будем примерно делать, чтобы было на рожки. Ну вот видите, вот это невызревшая лоза, она видна. Она хрупкая. Вот это, видите, уже морозы прошли. И она вся гнется. Вот. Не трещит, ничего, это уже не вызревшая, видите. Здесь единственное может остаться одна почка, но это ничего не даст хорошего. Поэтому мы обрезаем полностью вот так. Обрезаем, убираем. Значит. Вот здесь еще пошла ветка. Что-то это ненужное. Извиняюсь за шум, сосед завел трактор, поэтому так покажу, смотрите без звука. Вот мы будем делать все на рожки. На рожки, смотрите и увидите, как это делается. Оставлять 2-3 почечки. На основной лозе вот этой длинной оставим, сколько вызрело. И будем убирать. Ну, смотрите, вот и увидите, как я это делаю. Вот эта лоза основная идет. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ну вот, оставляю 14 почек. Ну вот, можете посмотреть, видите. Здесь лоза хрустит, гнется, все. Вот она вот такая в стволике. То есть вызрела, нормальная лоза. Что-то пропадет, так в идеале надо 8 где-то почек, но я оставляю 10-14, чтобы видеть, что можно подрезать, запас какой-то, потому что что-то может вынести. Вот эта лоза, вы видите, она не вызрела, поэтому мы ее обрезаем. Оставляем одну почечку внизу. И то, вы видите, ствол, вот по стволу можете смотреть, что она не вызрела. Вот вы видите. Обрезаем еще нет. Убираем полностью ее. Она не вызревшая. Оставляется такой пенек, и отсюда пойдет почечка. И будет рукав еще один. Здесь обрезаем тоже ненужное все. Вот у нас останется вот такой рукав один. И вот второй рукав такой же будет. Но он менее вызревший, но его можно оставить. Вот посмотреть. Вот он где-то. Ну, есть вероятность, что вот до сюда он все-таки
вызрел. Оставим. Вот это еще один. И вот оставляем такой пенек. Он тоже, вы видите, вот вызрел. Здесь две почки достаточно. Все остальное убираем ненужное. Смотрим. Вот здесь тоже маленькая эта вызрела. Здесь три почечки. Ее тоже оставляем. Вот такой год тяжелый в этом году. Поэтому это куст трехлетка. Там еще пошел один рукав. Такой маленький рукавчик идет туда сзади. Вот он. Вот он пошел. Но он тут уже обрезан. Вот. Где-то 4 почки, 5 оставил. Вот такая картина. И вот что у нас получается от всего после обрезки.